Воспитывать кадры с первого класса. Такую задачу себе поставили специалисты Ульяновского конструкторского бюро приборостроения. Маленьких инженеров будут готовить к большому будущему в новой школе радиоэлектроники УКБП «Старт». В настоящий момент, учитывая рост, объем производства, мы испытываем колоссальную нехватку кадров. Обойдя все среднеспециальные учебные заведения и вузы, мы поняли, что в настоящий момент обеспечить нас большим объемом кадров ни у кого не получится. И интерес к инженерным специальностям сейчас не настолько велик. Поэтому, проведя много профориентационных мероприятий, мы приняли решение, что самым правильным будет это отбирать и готовить кадры и вести профориентационную работу именно с детьми, начиная уже с 7 лет. Записаться на радиоэлектронику захотели свыше 70 детей. Обучаться школьники будут по специально разработанным специальным программам. В создании учебных материалов активное участие принимали специалисты конструкторского бюро. Учебный план также прошел согласование в Министерстве просвещения. Мы разработали программы двухуровневые, стартовая для детей 8-10 лет и базовая программа двухлетняя для детей от 10 до 13. И планировали набрать на 23-24 учебный год три группы детей по 10 человек, которые бы у нас в течение года обучались. Уже сегодня мы получили более 70 заявлений, и у нас есть такая возможность, мы расширяем эту программу. В итоге у нас будет 8 групп по 10 обучающихся. Готовить кадры с раннего возраста – современный подход. Такая коллаборация Центра творчества и предприятия – одна из первых в регионе. На открытие стартовой точки для множества инженеров приехал губернатор Алексей Русских. Он отметил, что и сам увлекался радиоэлектроникой в юношестве. На самом деле очень интересное направление, технического направления деятельности, научное направление. Ведь я считаю, каждый должен знать из ребят, которые в будущем хотят стать инженерами, как работает радиоприемник, что такое радиоволны, вот, что такое резистор, тиристор, там, транзистор. Это то, из чего состоят вот современные такие компьютеры. Воспитанники школы радиоэлектроники будут посещать предприятия и лично знакомиться с производимыми устройствами и станками. А на занятия во Дворец творчества к ним будут приходить опытные специалисты и рассказывать много нового и интересного. Ребята уже успели оценить занятия. Собираем специально такие конструкторы, которые специально сделаны для того, чтобы собирать их и что-нибудь, например, радио мы собирали. Совместно с УКБП во дворце отремонтировали кабинет с возможностью размещения не только учебных столов, но и паяльных станций и приобретено необходимое оборудование. В планах у предприятия разработать еще одну обучающуюся программу для детей до 16 лет. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.